Первый казахстанский фильм, спродюсированный певцом Батырханом Шукеновым, вышел в широкий прокат. Премьерный показ комедии «Препод» состоялся в кинотеатре «Сарыжалял». Среди зрителей находилась и наша съемочная группа. Фильм «Препод» снят по заказу «Казахфильма» с бюджетом более 1,5 миллиона долларов. Основные действия разворачиваются в Назарбаев-университете в Астане. Эпизодические кадры сняты в Алматы. На съемки молодежного кино ушло чуть больше месяца. В фильме снимались звезды казахстанского шоу-бизнеса и начинающие актеры. По словам главной героини фильма Айслу Азимбаевой, во время кастинга акцент делался на тех, кто сыграл бы главные роли искренне, без усердия в игре. Играть что-то не свое не нужно было. Каждый, в принципе, исполнил именно ту роль, которая ему, наверное, свойственна в настоящей жизни. Поэтому... Какая вам роль свойственна в жизни? Молодая девушка, которая хочет влюбиться, которая хочет любить, которая учится в университете. В принципе, все мы это когда-то проходили. По словам актеров, в нынешнее время в молодых людях необходимо воспитывать тонкие чувства через позитивные эмоции. Фильм «Препод» изобилует ими. Как вы считаете, вот такие молодежные фильмы нужны вообще для Казахстана? Непременно. Я думаю, что последующие фильмы должны быть еще лучше. Это одна из первых художественных работ в кинематографе для Батырхана Шукенова. Он не только стал продюсером фильма, но и сыграл в нем эпизодическую роль. Планировался визит Батыра на презентацию фильма, но плотный гастрольный график певца не дал возможности встретиться с поклонниками в нашем городе. Аймтора Абдина, Дмитрий Оборок, Артем Ковалев, 5 канал.